Слава Господу, дорогая церковь! Я хочу засвидетельствовать, у меня очень сильно болела спина. Вообще, меня уже так склоняло, что я думала, ну, уже наверное время такое пришло, я уже наверное в вечность пойду. Так уж, столько уже доставало, что ну, уже все, уже ничего, не было терпения какого-то. Уже думаю, ну ладно, уже буду смиряться, слава Богу за все. И когда выходила Галина Савельевна, это где-то месяц, может, больше немножко. И когда она молилась за больных, именно за спину я ухватилась за это. Я почувствовала такую Божью силу. Я боли так я уже не чувствовала, но почувствовала, как моя спина сразу выпрямилась. Сразу, в один момент моя спина выпрямилась. И потом смотрю, и боли нету никакой. Слава Богу! Слава Богу, что Бог через всех, через нас, через служителей своих делает большие дела. Доверяйте Ему. Он великий Бог. Аминь.